месье, ваша купюра значительно облегчит мою жизнь. До завтрашнего утра, мерси. Луи представлял ее всем собравшимся. Неба! Месье, сегодня вас ждет необычайное представление. Сегодня для вас будет петь простая девушка с улицы. Она живет, как воробушек. Она поет, как воробушек. Ее голос так же чист, как ее карман. Но искренне, великолепная улыбка помогут вам быть великодушными, ведь это ее первое выступление со сцены. Итак, прошу вас, встречайте, малютка Пиаф! Це на Мадана Латіс, це Дандра Хептіга, на Карадіаніс, кісей. Когда она звала его «Папа!», а он звал ее «Папа, ты видел? Не смеялись надо мной!» Ну что ты, малышка, просто они смотрели на новую восходящую звезду! Ах, папа, ты погиб быстро. Может, тебе еще повезло? Тогда все мои снять газеты и стрелиться головками в убийстве и бред. Об один говорили, нет дыма без огня, намекая на ее причастность к убийству. Ах, папа, папа, это был смертельный номер! Я тоже, впрочем, как и все, написал заметку в нашей газете. Донеги салюм, браво! Браво! Ты широкий ленплюм, браво! Браво! Дальше все будет по-другому. Я уверен, мы сможем переломить ситуацию. Вон, видишь, большая медведица. Считай 5 звезд от ее носа. Где ты видишь нос? Вон та звезда, что ближе всех к Эйфелевой башне. Она и будет у нас носом. Самым главным подарком этой жизни Эдит считала любовь. Любовь, которая поднимала ее на невиданную высоту. Где ваши руки, проходите, милор, не стесняйтесь, проходите, милор. Я прошу вас, проходите, улыбнитесь, я прошу вас. Вы завоюете Америку, Эдит. А я напишу для вас песню. Эдит, скажи, что это ты говоришь. Знаешь, я вернулась
за команду.